Всем привет! Уже совсем скоро состоится кукольная встреча, и настало время снять обзор на главный приз творческого конкурса. О творческом конкурсе, который сейчас идет в группе встреч, вы сможете узнать в этом видео. А сегодня у меня на обзоре яркая девочка от известного в России мастера Светланы Барышевой. Ознакомиться с ее работами вы можете в группе ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Эта кукла сделана на базе Эбби, поэтому цвет кожи у нее голубой. Волосы у нее прошиты на специальной машинке, точно на такой же, какой прошивают фабричных монстров. И когда-нибудь мы обязательно покажем вам процесс этой прошивки. Волосы у нее очень длинные, они достают до колен, и они очень мягкие. Прошиты они в меру густо, и голова у куклы не покрашена под цвет прошивки. Пробор находится слева. А нарисована она очень красиво. На лбу у нее находятся узоры и стразы, и я даже не знаю, с чем это сравнить. Это, наверное, что-то вроде объемной татуировки. Брови у нее тоненькие, рыжего цвета. Мейк и зрачки сделаны под цвет ее ярких волос. Ее зрачки в прямом смысле блестят и сияют, ведь они покрыты блестящим лаком. Губы у нее бледного розового цвета, и создается впечатление, что они не накрашены. Ну, что и логично, ведь она у нас готовится ко сну. Посмотрите на ее одежду, ведь она одета в пижамку, которая состоит из сорочки и панталон. Весь костюм сшит из хлопчатобумажной ткани, и снизу он обшит тесьмой. Ткань панталон однотонная, а вот на сорочке есть цветочный узор. Также на ней находятся пуговки-бисеринки и бантик из ленточки. В руках у нее подушечка из точно такой же ткани. Вместе с ней идет постельный комплект, сшитый из точно такой же ткани, что и ее пижамка. Здесь всего получается 3 маленькие подушечки. Одна большая подушка, одеялка и простыня. Подушечки и одеялка обшиты голубой тесьмой. Будь у меня такая возможность, я бы оставила ее себе. Но нет, 24 сентября на встрече у нее появится свой хранитель. Приходите на встречу и попробуйте ее выиграть. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всех вас люблю. Всем пока!